Появится ли в Челнах безграничный лес? Скандалы вокруг Боровецкой чащи не утихают до сих пор. Жители соседних микрорайонов выступают против вырубки деревьев. Власти же и строительные организации утверждают, что все делается по закону. Сегодня в Боровецкий лес приехали сотрудники Министерства лесного хозяйства, чтобы поставить точку в многолетнем споре о том, кому же принадлежат эти земли. Удалось ли им это? Смотрим далее. Вот это все вырублено, все посадки. Хронику вырубки Боровецкого леса местные жители ведут уже на протяжении нескольких лет. По их словам, там, где раньше была непроходимая чаща, теперь редкие деревца и пеньки. Правда, на чьей территории они находятся, до сих пор непонятно. Сейчас Росреестр скажет, это чьи это земли. Росреестр сам приедет? Росреестр представит здесь. Уже здесь, да? Давайте определимся, это вообще чьи земли, муниципалитет для этого, или для кого. Для этого надо межующая организация, потому что Росреестр не уполномочен установить границы. Это компетенции межующих организаций. По словам чиновников, этот уголок Боровецкого леса и не лес, в общем-то. По крайней мере, часть его можно вырубить под строительство. Речь идет о прилегающих редких березовых рощицах, на которых ведется строительство или подготовительные работы. Ничего себе, какой-то он парадокс. Мы живем между городом и еще какими-то выделениями Сматукаевского района. Этот парадокс, он только связан с чем? Что здесь получается на продаже этих участков огромные прибыли, огромные откаты крутятся вокруг этих участков. Это махровый, голый он капитализм. Одно из предложений местных жителей – признать всю территорию леса особо охраняемой зоной местного значения. Тогда любое строительство на ней будет считаться преступлением. Другая инициатива – признать эту зону частью города. Правда, сделать это не так-то просто. Пока бюрократическая машина наберет обороты, бороться к тому времени уже будет не за что. Территория Боровецкого леса год от года сокращается. Возможно, что уже в скором времени здесь нельзя будет увидеть ни следов белок, ни зайцев. Найдешь только стройматериалы. Кирилл Ерофеев, Лилия Ткач, Андрей Буслаков и Дмитрий Кравченко. РЕН-ТВ. Набережные Челны.